Естественно, сейчас то, что мы наблюдаем под названием государство, это просто административная надстройка, это колос на глиняных ногах. Без смены существующего процесса, существующей модели, невозможно нам будет осуществить прорыв. И это все уже понимают. Вот этот балласт в виде огромного количества дармоедов, чиновников, все это технологически сейчас решается. Я думаю, что придет совсем немного времени, и Владимир Владимирович, осознав, наконец, всю необходимость вот этой модернизации крупнейшей, государственной, сделает решительные шаги и войдет в историю как Петр I. Это будет вообще как, это будет самый великий правитель на Руси за всю историю существования России, за всю историю. Вот такие сейчас стоят вызовы. А что делать тем, делать огромному количеству чиновников, да? Ну, мы представляем, сколько их вообще по стране. Вот взяли и заменили всех, как вы говорите, сервером. Да, да. Вот. Понятно, что оставили исполнителей на местах там каких-то, да? Да, да. Вот. Но, тем не менее, огромный аппарат, а что делать-то? Вот они взяли разом и освободились, и куда пошли-то?